Вот наше законостроение, которое разрушили, нас в зиму оставили на улице. Это наша кухня законная, которую не имели права трогать. Нам не дали возможности ничего убрать, потому что нам даже убрать это некуда. Вот мы остаемся под чистым небом. Небо сними, покажи. Нашу кирпичную кладку законную разрушили, убрали крышу. Вот на улице находится котел, который мы отапливаемся, машинка стиральная, мойка, печка газовая. Нас лишили всего. Вот стол, где мы кушаем, который все закидали, забросали все продукты, все это. Вот соленье, все, которое мы приготовили, все это разрушено, постелено. Нам ничего не дали возможности убрать. Мы остаемся с семьей, 6 человек, 5 взрослых и ребенок на улице в зиму, под открытым небом. Сколько мы не бились, не обращались никуда. И не везде нам идут ответы. Никто не имеет права отменять решение суда, где мы что только не обжаловали. Никто не имеет права вмешиваться, даже президент. Только вот такие ответы нам идут. Всем плевать, то, что у нас ребенок и страдает, и все это под открытым небом, как зимовать, и все это, никому это наплевать. Сегодня придут разрушать дальше, мы вообще остаемся под открытым небом. Мы не можем ни отапливаться, ничего, ни готовить, ни в туалет сходить, ничего совершенно. Нас лишили вообще жизненной возможности в собственном дворе, на приватизированной земле, которая в сумме нашей собственности выделена нам. И то, что мы купили за свои деньги. А теперь власть наша это все уничтожила. И оставила семью на улице. Все, выключи.